Мальчишка, возьмите еще. Он еще раз снял. Thank you.
Сначала маленький экскурс в историю, а к практике мы перейдем потом, а посвязно. Так вот, с этого началось те самые времена. Когда Христос сказал впервые о... И Будда, это тоже был из наших. Он выпустил приказ всех любить. Носить цветы, усы, бороду и хайр подлиннее. А на войну ни в коем разе не ходить. А сейчас займемся самосозерцания. Я у кого с собой лотос, а ну садись его. Эти чувак, пора кислать, что лотос. Это такой цветок. А чего он играет-то? Они стиральные, порошок. И если у вас чего-то там не так, да медитация уже раз поможет вам. Герла, я что говорю, медитация, не мастурбация. Но ты правда не даешь. Трам-трам-ра. А теперь послушай его о седной музыке. И душами совместно воспарим. Они решили, что вы не понимаете. Команда поставили. Молодые люди. Что-то не сложно. Молодые люди. Девочки,
да. Это не, это не, ну то, что я сюда. А вы не прикладываете?
За два. целых 0,8 таблетки. Так. Значит, смотрите. Давайте садитесь, я буду вам объяснять. Во-первых, прочитайте назначение, что вам будет непонятно, я вам все подскажу. Да? Да, друг человека. Не знаю, кого вы изображаете? Мало. Ты очень большой, очень красивый. Да, ты очень большой и очень красивый. Да, ты прям такой. Очень большой. А вы еще был в Бибиси? Да. Меня тут знакомый спрашивал, сдаваться ему психиатром или нет, а я сказал нет, как бы там пускай сами ловят, это их работа.
Не надо песен, да. Птичкин лес был. Да. Вот это как, да, монтируют, это загадка для всех. Для членов группы, для всех абсолютно, но... Вот. И этот бедный медведь, его тоже заставляют проходить, пожалуйста. Да ну что, а куда вы делись? Съели собак? И его заставляли этих 20 дублей работать. А он человек, то есть актер замечательно талантливый. И он так привык, что ну, максимум 1-2 дубля. И надо было видеть его лицо, это правда лицо, а не что-нибудь. Когда ему говорили: Степа, иди сюда, повтори. Он винил во всем себя, понимал, что он и не понимал, за что же, что он не так сделал. И второй раз повторял это очень смешно. Ну вот такой Степа был. Покруче любого актера. Актриса потрясающая, она на самом деле еще и спортсменка, кроме того, что она немецкая актриса. А вот это Степа, с которым мы обнимались. Это сложная жизнь, нет? Это можно рассказывать очень по каждому поводу, но можно много рассказывать. Можете задавать вопросы, тогда конкретно. Но когда к тебе подходит вот такая гора шерсти и всего, это он нежно прикасается. И ты
еле стоишь на ногах, а он просто нежно хочет прижаться. Вот, Степа. Он очень любит людей и очень своеобразный. Вообще медведь с очень интересной и сложной судьбой. И вот здесь есть стулья, я стою все равно. Мне удобнее на вас смотреть, вам глаза и все прочее. Садитесь, кто еще хочет. Пожалуйста. Аня. Вот. И... Я прямо завелся от Алексея Ефимовича. Вот что надо. Давай, пошел, как бы все. Ну вот эти вещи делают каскадеры, это вы понимаете, да? Что никто не бьет по-настоящему, она нужно уметь и бить так, чтобы было страшно. И чтобы никого не убить. Вот этот счетчик.